Все чаще названия творческих коллективов Казахстана, имена отечественных артистов звучат на зарубежных сценах. Самобытная казахская культура затейливым орнаментом вплетается в общемировую картину, подтверждая, что истинное искусство говорит на языке гармонии. А уж этим шифром блестяще владеет старейший театр Казахстана. Хранитель традиций не чужды новаторству. Государственный академический театр оперы и балета имени Абая. Свою историю прославленный ГАТОП ведет с 1933 года. Известный далеко за пределами нашей страны, театр всегда много путешествовал. Его летописи рассказывают о грузинских гастролях 1955 года. И вот спустя долгое время здесь снова звучит казахская музыка. Тбилиси – древний город, ему не меньше 16 веков. В названии обосновалось слово «теплый», потому что стоит Тбилиси на горячих серных источниках. Этот высокий градус столицы Грузии прослеживается во всем – ласковом солнце, напитках и кухне, в широте души местных жителей и в глубине их постижения мира, в том числе и посредством культуры. Театр оперы и балета имени Палиашвили вот уже 167 лет возвышается над широким проспектом Руставели. Грандиозный фасад, расчерченный терракотовыми полосами, витражи, стрельчатые арки потрясает псевдомавританский стиль здания. В уютном сквере задумчиво взирает на прохожих увековеченный в скульптуре Захария Палиашвили, легенда грузинской классической музыки. За свою многолетнюю историю здание пережило несколько пожаров. Масштабная реставрация подарила ему новую жизнь, и театр готов принимать гостей. В устоявшемся репертуаре невероятные три дня. Городские театралы пробуют на вкус новое слово – «Абай». «Абай», вы знаете, что значит для нас, для нашего народа, для нашей страны, республики, Үлкен-Тулға. Здесь связаны, можно сказать, четыре гения. Это сам «Абай», либретто Мухтара Ауэзова и музыка Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Это великолепная опера, которая была поставлена в Германии на немецком языке, которую мы показывали во Франции, в Париже, и везде пользуется огромным успехом. В расписном пресс-зале грузинского театра гости и радушные хозяева рассказывают о предстоящих постановках, обмениваются памятными сувенирами. Для грузинской стороны приезд труппы старейшего театра Казахстана – двойной подарок. Где-то 40 лет, наверное, не было такого случая, чтобы и балетная труппа приезжала, и оперная труппа. И когда ты принимаешь у себя дома, это гораздо приятнее, потому что все-таки, и как и вы, и мы тоже любим гостей. Так что еще раз хочу сказать – добро пожаловать. На гастроли отправился почти весь коллектив Алматинского театра. Солисты, артисты хора, балетная труппа, музыканты оркестра, постановщики, декораторы. В общей сложности более 200 человек. Творческий состав звездный, изобилующий лауреатами международных конкурсов и фестивалей. В рамках программы «Рухани Жангару» театр гастролирует по городам Казахстана и зарубежья. В прошлом году артисты представили шедевры оперного и балетного искусства в Италии. Это всегда очень волнительно. Новый зритель, как примет зритель, более того, зритель другой культуры, другой нации, с другим менталитетом, как примет наше выступление. И мы, как всегда, выбираем беспроигрышный вариант. Это национальное наше творчество, это опера, которая является визитной карточкой нашего театра, опера «Абай». Все, кто слышал эту оперу во Франции, в Германии, в Италии, все замечают то, что эта опера – абсолютная вершина классического оперного искусства. Для создания обновленной редакции произведения несколько лет назад пригласили итальянских мастеров. Было шито более 160 костюмов, появились анимированная видеопроекция и новые механические декорации. Все это везли в Грузию на больших фурах в течение 10 дней. Новая сцена – это всегда новые задачи, говорят артисты. Другие законы акустики и подачи голоса учитываются на каждой репетиции до показа. Для Зарины Алтынбаевой спектакль в Грузии волнительный не только из-за незнакомого пространства. Это ее дебют в партии «Ажар». Знаете, для меня эта партия, я думаю, такая судьбоносная. Я шла к ней достаточно долго. Это моя первая партия на казахском языке. И она очень сложна в эмоциональном плане. Там такие большие перепады. Вначале это погоня, и они убегают вместе с Айдаром. Потом свадьба, и потом в конце смерти. Вот это все пережить за каких-то два часа. Вы знаете, часто в конце... Да что говорит?
конце каждой репетиции я плачу. Главный образ оперного спектакля воплотил заслуженный деятель Республики Казахстан Талгат Кузенбаев. Человек, голос которого на слуху у многих казахстанцев. С ним просыпается и засыпает вся страна. Исполнитель государственного гимна считает эту роль одной из ведущих в своей карьере. Куда бы наш театр ни отправился на гастроли, мы всегда открываем их оперой «Абай». Мы приехали большим составом вместе с молодыми исполнителями, с которыми делимся опытом. Постановка основана на бессмертном произведении Мухтара Ауэзова, и для нас честь знакомить грузинскую публику с казахской культурой. Это опера-трагедия, которая, возможно, найдет отклик в душе местного зрителя. Наконец наступает тот миг, когда полный зал, затаив дыхание, вслушивается в первые аккорды. На сцене мечутся влюбленные, пытаясь уберечь свою любовь от чужой воли. Историю казахских Ромео и Джульетты грузинским зрителям показали с английскими субтитрами. Но происходящее на сцене звучит шире уровня языка. И музыка, и голоса артистов говорят напрямую, с сердцем. На самом деле казахская музыка не такая и простая, и не такая примитивная, как кажется. И даже ее оркестровать для классического оркестра не так легко. Композиторы не просто постарались, они знали, как это делается изнутри, потому что не так-то просто сконструировать казахскую музыку в этот европейский стандарт, так скажем, да, оперы, чтобы там и танцы были, и хоровые отрывки были, и для солистов, и в то же время захватить такие жанры казахской песенности, как жоктау. Динамичный сюжет оперы держит зрителя в напряжении до самого финала. Весь спектр эмоций отражается в бурных овациях, которые устроили грузинские театралы казахстанским артистам. Когда я увидел, первый раз познакомился с пластом казахской культуры, я был в таком восхитительном настроении, что для меня это было новое открытие. Например, архитектура раннего средневековья Казахстана, казахская бродьба и так далее. Вот этого всего пласта вашей культуры, знания не хватает грузинскому зрителю. И то, что сегодня великолепные вообще певцы, музыканты выступают перед нами, это и есть дополнение к новым знаниям о вашем великом народе и о вашей великой культуре. Среди зрителей в зале Тбилисского театра оказался и знаменитый баритон, ученики которого поют во всех театрах мира. Почти 15 лет назад народный артист Грузии Эльдар Гицадзе консультировал артистов ГАТОП и сейчас с улыбкой вспоминает время, проведенное в Алматы. Хороший уровень, очень особенно мне понравилась вот женщина. Очень приятно, очень мягко поет, и музыка очень приятная. Так что я очень рад, что я слушаю здесь вашу музыку. Прикоснувшись к казахстанскому искусству, тбилисский зритель еще долго не отпускал со сцены артистов. И так под овации зарубежной публики Государственный академический театр оперы и балета имени Абая открыл свой 85-й театральный сезон. Наш президент сказал, что мы должны свой этнический дух, свою особенность, самобытность казахского народа сохранять. И сегодня это очень хорошая идея, что вот по разным странам ездят наши артисты. Именно казахскую культуру, казахскую музыку, казахскую песни, танцы показывают. Грузины воспринимают очень хорошо. Ценность таких гастролей заключается не только в знакомстве зарубежной публики с казахстанским искусством. Это еще и признание, которое необходимо артисту для взлета на новый уровень. Им нужны аплодисменты, и не только нашего зрителя, а зрителя в другой стране. Они понимают, что мы занимаем достойное место в мире. Мы можем выступать в лучших театрах мира. Музыканту нужно все время, чтобы его поддерживали. Ему нужны аплодисменты, его нужно хвалить. Тогда он растет, работает. Бессмертная опера «Абай» уже стала историей театра на проспекте Руставели. Также в рамках гастролей казахстанский коллектив представит классический балет «Бахчисарайский фонтан», вслед за которым соберет грузинскую публику для финального гала-концерта, где среди шедевров казахской классики прозвучит и музыкальный сюрприз. Но об этом в следующем выпуске программы «Арт Глобал».